С чего все началось? Это прыжок с парашютом. Без мурашек по коже не вспомнишь. Первый прыжок был самостоятельный, был на купольном десантном парашюте с высоты 600 метров. И когда открылась дверь самолета, вместе с ней заходит такой поток страха, и ты начинаешь волноваться. Я помню, с нами был парень, который был тяжелее всех, он должен был прыгать первый. На нем не было лица, и мы все с этого смеялись, и нам было от этого легче. Но когда доходила очередь до нас, ужасно страшно было. В общем, прыгнули, получили дозу адреналина. Через первую неделю мы ходили все такие одушевленные, прям порхали. Через неделю захотелось еще. Правильно там говорят, не прыгай, а то понравится. Если сравнивать роп-джампинг и прыжок с парашютом, по моему мнению, прыжок с парашютом был не такой страшный, как прыжок со 100 метров на роп-джампинг. Когда ты стоишь в самолете, смотришь вниз, перед тобой просто картинка, Google Maps. Все, ты видишь плоскость. Немножко мозг, мне кажется, обманывается, и нет такого чувства страха. А вот если уже смотреть по роп-джампингу, ты смотришь со 100 метров вниз, ты видишь деревья, ты видишь не просто плоскость, ты видишь 3D-картинку, дует ветер, ты это все ощущаешь и понимаешь, что земля ближе, чем там. То есть вот мне было прыгать со 100 метров страшнее, пока не привык. Помимо самих прыжков, у нас есть еще мероприятия. Мы делаем выезды в пещеру в Криулянах возле Дубасар. Если здесь мы боремся со страхом высоты, ребята приходят перебороть страх высоты, то там ребята приходят для новых ощущений, тоже новая среда, послушать тишину и, конечно, перебороть страх, у кого он есть, а у кого нет, проверяют себя на прочность. Там есть узкие моменты, где нужно проползти руками вперед, на боку, еще каким-то образом. В роп-джампинге мы используем два вида веревок, статические и динамические. Все дублируется. Если что-то вдруг случается с одной веревкой, которая выдерживает 3 тонны 400 кг, то сюда есть запасная, которая выдерживает такую же нагрузку. Снаряжение постоянно обновляется, меняется. Если мы видим какую-то протертость на веревке, мы эти веревки убираем, заменяем на новые веревки. Есть золотое правило в роп-джампинге: кто завешивает веревки, тот прыгает первым. Всегда я прыгаю первым, но это для меня уже как здрасте. Там происходит на прыжках маленькая перезагрузочка. Мы постоянно находимся в таком ритме жизни, движения, дом, работа. На прыжках всегда такая своя атмосфера, там много ребят, молодых и немолодых. Люди знакомятся, люди приходят, ощущают новые эмоции. Каждый раз все как будто по-новому происходит. Больше всего это выйти из обычной жизни, ощутить, провести день по-новому, обрести новых знакомых и взбодриться.